Недавно компания Sumikama Cutlery выпустила новую линейку кухонных ножей, получившую название Kasumi Hammer. Мы попросили господина Кацуми Сумикама, владельца компании Sumikama Cutlery и создателя бренда Kasumi, рассказать об особенностях новой линейки. Что касается названия, то так как узор на рукояти как будто бы выбиты молоточками, то мы взяли слово «хаммер» — молоток. Что касается режущей кромки, то в серии «хаммер» она выполнена из той же стали, что и в серии «Kasumi Damask» — из стали VG-10. Этот узор, словно выбитый молоточками, я всегда очень любил. Он используется для украшения не только ножей, но и других изделий. Я всегда хотел его использовать в своих изделиях. И раньше мы уже пробовали наносить этот узор на рукояти других ножей. Затем мы делали различные тесты и наконец-то нашли способ, которым смогли нанести этот узор уже на лезвие ножа. Необычная текстура, напоминающая следы от удара молота, которые отличаются ножи серии Hammer, создается следующим образом. Заготовку ножа нагревают до 800 градусов. После этого болванка помещается в специальный 300-тонный штамповочный пресс. Именно он создает узор на боковинах клинка. Традиционно в рукоятях ножей, изготавливаемых под брендом Kasumi, использовалось дерево. Однако российский климат сильно отличается от японского. Длительный период холодов приводит к вынужденному использованию систем центрального отопления, которые высушивают воздух помещения. Это провоцирует сильное усаживание дерева. К тому же, резко изменяя объем, дерево быстрее стареет и теряет свои свойства с гигиенической точки зрения. Поэтому в новой серии Hammer вместо древесины в рукояти использован коррозионно-стойкий пластик, не подверженный температурно-влажностным воздействиям, а иной материал предполагает и иную форму больстера. Мы предположили, что этот узор будет намного красивее, эффектнее выглядеть в зеркальной полировке. И после того, как мы выполнили тестовый образец, так и получилось. Тот образ, который был у нас в голове, как раз и воплотился на деле. Buongiorno, io mi chiamo Fabrizio Fatucci, sono lo chef della scuola di cucina Gusto Maestro e del ristorante Gusto. Oggi sono qui per presentarvi la nuova serie di coltelli della Kasumi Hammer e per farvi vedere come sono perfetti, eccezionali per il taglio. Bene, adesso cominciamo a tagliare delle costolette di agnello con questo fantastico filettino. E vedete come scendono giù perfette. La Kasumi Hammer.